И теперь о положении в Луганской области. Украинским военным удалось предотвратить окружение города счастья. С нами на связи Андрей Лач. Телесигнал очень слабый, поэтому поговорим по телефону. Андрей, что тебе известно об атаке террористов? Да, Наташа, сегодня утром террористы пытались взять в кольцо город Счастье. Сперва пошли в атаку на один из блокпостов неподалеку от поселка Смелое. Впервые за полтора месяца на помощь террористам даже пытались прорваться российские диверсанты. 14 человек зайти хотели со стороны Красной Таловки. Правда, безуспешно. Украинские военные отразили атаку. Бои были ожесточенные, террористы понесли значительные потери. Погибшие есть также со стороны украинских солдат. Это боец Айдара, армеец 95-й бригады, а также бойцы других подразделений. Сегодня бойовики тричі обстрілювали позиції українських військовослужбовців на цьому блокпосту. Нагадаю, напередодні сили АТО завезли на цей блокпост все необхідне. Тобто там є продукти харчування, питна вода, зброя, боєприпаси. Ведут сепаратисты также информационно-психологическую войну. Для этого на помощь приехали ГРУшники из России. Они будут работать на подконтрольных украинским властям территориях, хотя у самих террористов проблем достаточно. Между собой продолжают делить сферы влияния группа Мосбаха «Призрак» и группировка «Заря» террориста Патрушева. И, Наташ, пока что это вся самая последняя информация. Спасибо. С нами на связи был Андрей Лащ.